Начал запись для Ютуба, туда тоже выкладываю. Не только вы кайфуете от таймгессера, даже есть зрители на Ютубе, которым это нравится. Ютуб, напишите что-нибудь в комментариях, насколько вам это нравится. Погнали! Ага. Так. Ну что, это Мекка. Да, это же Мекка. Вот эти отели там вокруг. Ну да, это Мекка. Вот с годом определиться. Ну, во-первых, телефонные аппараты. Да, телефонные автоматы. Какой это год? 2005 какой-нибудь? Начало 90-х. Вы думаете, начало 90-х? International. Не-не, это точно Мекка, ребят. Мне кажется, это начало нулевых, да. Ну, то есть, это либо конец 90-х, либо начало нулевых. Так. Сейчас карту прогрузим чуть-чуть. Так, Мекка. Фото неплохое. Да, фото хорошего качества. Но я бы сказал, что какой-нибудь 2001-й, что-нибудь такое. Либо конец 90-х. Ну, на самом деле, надо тупо поставить 2000-й и не это. Так. Так. По обуви. Слушайте, ну тут обувь такая паломническая, скажем так. Ну, слушайте, какие-то китайские сланцы. Да, такие... пластиковые, резиновые. Автоматы в 90-х ходили. Но вот слишком качество хорошее. Так, с какой стороны? С какой стороны? Блин. Так, вот отели, да? Блин, и тут тоже, да, наверное, отели. Как будто это вот где-то отсюда снято. И там вот отели либо... Нет, я ставлю, что это вот здесь снято. Да, 2000-е хорошо. Вот, значит, отели. А, вот они массовые все отели. Вон они на фоне там. А, и вот тут вот качество размытое. Слушайте, ну качество такое. Не, ну нормально, нормально. Мне кажется, 2000-й. Даже 99-й. Давайте, все, 99-й, погнали. 91-й. Вот это качество. 200 метров. Чуть-чуть я не докрутил. Ну, для 91-го года это сильно. Это прямо ультра хорошее качество и очень продвинуто, что там прям телефонные автоматы в таком, ну, широком. Ну, понятно, что это место очень привлекательное для туристов, для паломников, я бы даже сказал. Вот, и там, конечно, все по высшему разряду должно быть. Но 91-й это очень сильно. Да, как будто... Круто, круто. Но с локацией мы прям очень близко, 200 метров всего. Так, у всех зависло? Вроде не зависло. Не должно. Не должно зависать. Я надеюсь. Ребяточки, вроде норм. Все, продолжаем. Так. Так. Собор какой-то клевый. Метрополитен. Сотопассо. Метрополита. Галерея Дель. Так, ребят, это где? Что-то очень это... Похоже на Кёльн. Это Мадрид. Ну вот тут по-испански все написано. Хотя вот это Алла, такого нету. А что за Алла? Не знаю, а я... Такого... Я не знаю в испанском такого слова. Сотопассо, Метрополитана, галерея. Так, а что это за собор в Мадриде такой?
Вы знаете? А, Кайя. Господи, Кайя. Ну тут нету. Нет, тут должна быть... Алла. А-а-а. Инстаграмный выход из метро на собор. В Испании, да, в Мадриде. Давайте поищем. Это не испанский и не Мадрид. Так, смотрите. Сото пассо. Это вообще ни хрена не испанский. Галерея. Не, ребят, реально. Это не испанский. Слушайте, это Миланский собор же, не? Это, ну, это язык итальянский. Милан, да? Я дома. Я там был, но я что-то не запомнил, что он настолько резной. Мне что-то казалось, что он более такой... Более... Короче, менее детальный. Вот так. Так, сейчас я найду. Дуомо. Миланский собор. Да нет, слушайте, похоже. Вот тут вы не увидите, но... очень похоже. Так. Тут есть метро? Во! Сантейро Урбано, да? Это же метро? Сотопасса, подземный переход. А, ну все. Ну, короче, и тут и метро, и это вот где-то вот прям вот тут вот. Только с этой стороны дороги. Ладно, а год какой? Ну, какие-то 50-е, 60-е, да? Что там за тачки? Тачки прямо 60-е. А может быть, это не метро? А может быть, это с другой стороны? Как там? Вот не знаю, метро вот это или не метро. Хрен знает. А, ну вот, Соборная площадь, метро. Вот это метро. Символ. Гибрид включить, точно. Слушайте, тут нет дорог. Не, раньше, может быть, было по-другому. Но тут вообще машина не проедет. Так, что-то я запутался. Может, это вот этот край? Тут вообще нету проезда. Как будто бы. Так, с другой стороны. Типа вот тут вот. Слушайте, ну похоже, да, на него, по сути. Так, вот эта штука. Не, ребят, видать, они сделали пешеходку. Потому что вот эта вот штука, вот она выходит. Ну нет, ни хрена. Я заблудился, ребят. Сбоку оранжевый. Что-то, блин, походу не оно вообще. Вот, ну, по фотке как будто это вот здесь вот. Но вот эти дома откуда-то, тут их нет. Тут прям, ну, нет проезда. Не могу понять. То есть вот тут вот такой долгий пролет, и вот он только вот здесь вот есть, до выступа. Слева внизу больше подходит. Ну да, ну блин. Так,
год, конец 60-х какой-то, очень уж ламповый вайб. Ну, а построили. Слушайте, все может быть. Под углом. А, под углом. Да, слушайте, точно. Вот тут вот должен быть проезд. Все сходится. А вот оттуда вылезают уже вот эти дома. Да, все, все сходится. Вот она дорога. Пьяца дель Дуомо. Ну, короче, вот тут она идет. Пьяца. Как там? В Италии всегда такой вайб. Давайте 69-й ответим. Нет, 67-й. Ладно, 69-й. Конец 60-х. Блин, нет, 67-й. Все, ребят. Что-то мне хочется что-то между 62-м и 69-м. Ну, вот пускай будет 67-й. Раньше. Ну, 66-й. Все, погнали. Блин, 69-й. А 59 метров. А что-то как-то, да, странно. Ну, вообще, да, наверное. Надо было 67-й оставлять. Ладно, нормас, нормас. Но тут тоже, да, вот 60-е в любом могут быть. Довольно точно, согласен. Согласен. Интересно, что смещение такое. То есть, вот тут вот точка прямо как будто ровно напротив. Ну, тут она реально напротив вот этого угла. А вот тут вот, ну, сильно в сторону увезено. Как будто это вот, вот тут вот должно быть. Ну, хрен знает, короче. Ладно, один балл нам отняли за локацию. Погнали. Так. Катают на лошадках. Турист. Джинджер. Какой-то синабонс, да, наверное? Нет, что-то бонс. Так. Ининедрия Ича Секурта. Доломите. В общем, тоже Италия, ребят. Тоже Италия. Наверное. Аугустин Аркеллер. Мюзик. Так, это Вена. Это Вена, скорее всего. А, где-то тут Венский театр. Вот это, скорее всего, он, да? Блин, я там тоже был. Да, это Венский театр. Моцарт кафе, да-да-да, Моцарт. Моцарт совсем. Густава Климта еще не хватает. До полноты. Так, ну поехали, Вена. Флаг Австрии видите? А, все. Хорошо, если вы про него. Венская опера, да-да-да, Венская опера. Я вот и театр назвал. Это Венская опера, да. Так. Вена. Да не, мы сейчас Венскую оперу найдем и улицу, которая под 45 градусов от нее отходит. Так. Так. Блин. Где-то вот тут должно быть. Музей, библиотека, исторический центр Вены. Вот она, опера. Это же она? Так, сейчас давайте гибрид подрубим. Нет, это... Погодите. Я не могу понять, оно это или нет. Это не опера. Да, я что-то смотрю и пытаюсь угадать. Так, это замок какой-то. Так. Hard Rock Cafe. Блин. Я не могу сообразить. Оперн. Вот, Венская опера. Все, вот тут все сходится. Так. Сейчас мы крышу проверим. Ну да, это она.
что-то под 45 градусов к Венской опере. Это вот здесь вот, да? Или нет? Давайте еще. Вот здесь вот должно быть. Так. Вот, вот это Альбертина. Вот она, вот эта херовина. Это какой-то музей там. Что-то я помню такое. В общем, это вот прямо где-то вот тут под крышей. Так, год. Тачки. Это Saab какой-то старый. Вот это вот. Слушайте, ну тачки как будто какого-то 2002-го. Кафе Моцарт, ну оно вот здесь вот где-то. Saab 95, значит 2000-е. Середина нулевых. Ну согласен, 2005 год, да, как будто. Smart. Smart. Ну Smart уже был тогда, да? 2002-2005. Но повозки с лошадями, то есть это 19 век. 2005-2007. Ну я за 2005. Давайте, 2005. Айфонов нет в руках. Да. Альбертина это музей, по-моему. Галерея, точнее. Да, галерея Альбертина. Все, все верно. По точке ровно правильно. Вот он ровный вид на вдоль вот этой крыши. Вид на вот этот угол оперы. Вот этот выступ. Добрый вечер. Так, погнали. 2005 год. Точка точно правильно. 5000 баллов. 5000 баллов. 2008. Так, ошиблись на 16,5 метров. Но тут, знаете, это погрешность еще... Нормас, нормас. 9600. Ну, супер сыграно, ребят. Просто calculated. Calculated. Крутяк. Доволен. Ну вот... Да, это они ошиблись. На самом деле, ровно под крышей должно быть. Вот вдоль крыши, по вот этой линии, по вот этой линии до собора. Ну, чуть-чуть. Ну, короче, нормас, да. Погнали дальше. Финляндия. Суоменлинна. Это остров в Хельсинки. Но это туда экскурсии. То есть это где-то просто порт Хельсинки. Каунас, да? Так. Люди сидят просто на пристани, на пирсе. Блин. Ну ладно, давайте Хельсинки сначала бахнем. До Суоменлинны я не доехал. Погодите, я с Хельсингфорс перепутал. Хельсингфорс – это остров. А Суоменлинна тоже остров. Все, все сходится. Так, ну смотрите. Вот они, пристани. Вот как раз Куапатори Суоменлинна. Так, Куапатори. Вот она, Куапатори. Куапатори Суоменлинна. Все, мы нашли этот морской путь. Давайте точно определимся. Значит, собор какой-то. Вот собор Успенский. Вот он, да? То есть люди сидят на вот этом вот пирсе. А куда плывут? Если маршруты в Эстонию, Латвию, Литву, Россию, были ли они в советские времена? Хороший вопрос. Вот тут вот Каунис, но я не знаю, Каунас это или просто слово похожее. Сайтин, Каунис. Не, Каунис это касса, наверное, или что-то такое.
Это год. Блин, 64-й, 65-й, 71-й. Так, девушки, наряд, юбка, сумочка. Сумочка текстильная, как будто, да? Не-не, они не приплыли, они просто сидят на пирсе. Ну, тусят, короче, ножки свесили. Каунас вроде не порт, одежда не современная. Да, нет, само собой, 70-е, 80-е. Как будто 70-е, да, наверное. Каунас не порт. А, Клайпеда порт. Так. Ну чё, ребят, какой-нибудь 72-й, 75-й, 74-й. Ну, не хочется далеко в 70-е уходить. Хотя, может, и стоит. Ладно, давайте 73-й. Афиши с фильмами не видны. Нет, тут все про порт, короче. Наталья. 74-й. Давайте вы пишете вдвоем 74-й, я и сделаю 74-й. Все, ребят, погнали. 82-й. 143 метра. Блин, не та. Не та пристань. Но ладно, нормально. 3 балла нам за локейшн сняли. Ну, 82-й это сильно. Наталья 45 лет недалеко от вас. Это хорошо. Это хорошее. С годом сильно, да? Блин, вот эти черно-белые фотографии такой разброс сумасшедший дают. Ну, нормально. В целом, хорошо. Погнали. Заключительный. Так, загружаемся, пожалуйста. Так. Какой-то индише банан имп блоссом и ко. Вест индише. Это какая-то... Я не понимаю. Индише? А, нет. Индише. Вест. Бананен как будто по-немецки что-то. Вест индийская, да? Вест индийская компания. То есть это 20-е годы какие-то, 10-е годы. Какой-то, наверное, сильно отретушированный голландский. Так, немецкий точно. Немецкий или голландский? Послевоенная Германия. Не, ребят. Это какой-то порт на голландском также. Ага. Так, Амстердам написано, ребят. Вот Амстердам. А, Вест-Индиша, вот тут точно видно. Амстердам. Короче, привезли бананы из Вест-Индийской компании в Амстердам. Года какие-то просто не послевоенные. Это довоенные. Первая мировая война. Господи, Амстердам. До 2014-го. Так, ладно, не буду продолжать тему. То есть до 2014 года как будто. Так, где порт? Центром, маркет. Ну вот они пошли. Утавенс. Не, ребят, это до 47-го года, да? В этом смысле. Ну да, Вест-Индийская компания могла быть спокойно до независимости Индии. Так, а где у них рынок и порт? Ну вот прям центром. И тут... Блин, скорее всего, это какой-то центр, да? И вот тут тоже куча всего. Но так непонятно.
Давайте я не буду далеко от центра уходить и бахну вот этот остров. Блин, так. О, Маркт, Калмаркт, вот тут вот. Вот это точно маркет, точно порт и точно центр. Давайте где-то здесь и бахнем. Вот тут вот между домами хорошая улочка. Вот дома как раз. Нормас. Такие шляпы у дамочек, как были в 20-е и 40-е. Ну да, и мужики, ну это реально 30-е годы какие-то, ребят. 919-й, вау. То есть после Первой мировой, да? Я бы сказал 25-й. Даже, блин, острые козырьки про 20-й, да? Ну, давайте, 23-й. Шляпки такие прям модные были уже в 20-е, вряд ли 19-й год. Тогда 24-й. 25-й тоже норм. 25-й, 27-й. Все, ребят, давайте 25-й. Тоже так это. Плюс-минус средненькое возьмем. А, в точке я более-менее уверен. Мне нравится она. Погнали. Блин, чуть-чуть. Чуть-чуть поглубже. Но 660 метров away. 32-й год. Блин, 32-й. Это порт. Привезли... Ну, мне кажется, что привезли на корабле. Ну, не, ребят, все равно хорошо. 32-й? Ну, 32-й, да. Я почему-то посмотрел на эти шляпки и подумал, ну, на шапку мужика. И подумал про какую-то Великую депрессию. Ну, вот ту эпоху вот, тогда было такое. Но тут тоже, знаете, нормально, нормально. Ну, в ящиках могли куда угодно отвезти, согласен. Но мне нравится идея с портом. Вот, просто... А, вот тут тот вот, Waterloop Lane Market. Короче, какой-то маркет тут тоже. Waterloop Lane, да, WM, все дела. Дом-музей Рембрандта, нифига себе, круто. Не было тогда еще маркетинга. Так. Чтобы куда-то тащить ящик. Ну да, я согласен. Ну, типа, отгрузил, продал, разошелся. Ну, то есть, это должны прямо чуть не в порту продавать. Ну, хорошо. Не, ребят, круто сыграли. Довольно такие сложные были эти. И мы все отгадали точно по локации. Нас годы, да, чуть-чуть. 8 лет, 3 года, 3 года, 8 лет, 7 лет. А с локации 100, 200 метров, короче, 198, 53 метра, 16 метров, 143 метра и 664 метра. В общем, с локацией мы шарим. Было клево, ребят. Рисуешь суперкартину, чтобы потом возле твоего дома-музея продавали бананы. Согласен. Согласен. Ну что, ребят, по-моему, было супер круто. А? У нас с вами такой незапланированный вечерочек стрима. АП, вот этот. Спасибо вам большое, что были со мной. Спасибо всем за поддержку. Анна 500, Аноним 500. Отбили нам почти весь стрим по 60 секунд. Было капец как непросто. 60 секунд вообще жесть. Выбило меня просто из колеи. ЧГК. Клевый, интересный, азартный. В общем, такой, каким должен быть. Такой, каким мы его любим. Ворошилов. Деньги. Алкоголь. Пошлые шуточки. В общем, все как надо. На площади Рембрандта скульптура космонавта поставили. Так. Все, ребяточки, расходимся. Я не уверен, что получится еще сыграть на этой неделе. Вот, я поэтому хотел либо в пятницу провести, а оказалось, что вообще сегодня, потому что сегодня хотя бы был стримчик. Вот, завтра сип-квиз, но вот не уверен. Посмотрим. В общем, по настроению посмотрю, если что, в группу к нам отпишусь. Если не сыграем, то только вот что-нибудь одно коротенькое, вот на час-полтора. Все, ребяточки, спасибо вам большое. Хорошей вам пятницы, чтобы она быстро прошла, а там уже и выходные. Вот, а казахстанцев вообще с праздниками наступающими, День Конституции, пятница отдыхают. Все, ребятки, пока-пока, доброй вам ночи, увидимся, услышимся, до связи.